Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как вязать вот такие вот прекрасные шишечки, из которых можно сделать обвязочку для вашей салфеточки, обвязочку для детских изделий, да и не только детских, можно применять и для взрослых. Итак, приступим. Вывязываем шишечку. Показываю, как вяжется шишечка. Делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так вот. Теперь делаем накид. И в третью 1, 2, 3. В третью 1, 2, 3. Третью петлю вводим крючочек. Захватываем петелечку, вынимаем и провязываем 2 петелечки. И 2 должно быть остаться на крючочке. Снова накид в эту же петелечку, в эту же дырочку, вот она. Снова вытягиваем, провязываем 2 петелечки, 3. И третий раз в эту же провязываем 2, остается 4. И делаем 4 петли вместе. Вот так вот. Дальше вывязываем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Так вот уберу, чтобы там не отвлекало вас на столе. Так, снова делаем накид. И в основание, вот эту вот дырочку, где мы подхватили все 4, вывязываем также 2, еще раз 2, накид, еще раз 2 вместе, вот так вот, и 4 вместе. У нас получилось вот такой вот элементик. Теперь мы этот элементик вот так вот делаем вместе. Затем с правой стороны, вот с правой стороны подхватываете в эту же вот основание, в это же, где мы начинали вывязывать шишечку, и провязываем 2 петли вместе. Затягиваем 1, 2, 3. 3 воздушных петли делаем. Вот такая вот получилась шишечка. Теперь отсчитываем 1, 2, 3. В четвертую цепляемся. Вот так. Но смотрите, еще раз повторюсь: вот здесь расстояние может быть разное. Я делаю в своей салфеточке вот такое расстояние.